Сегодня очень важный день для вас. Я очень рад начать сегодняшний день, потому что мы начинаем недельный марафон в поддержку телеканала «Дождь». И эта неделя все решит. В течение всей этой недели мы будем собирать средства на дальнейшую работу нашего телеканала для того, чтобы нам с вами по-прежнему было что смотреть и для того, чтобы нам было где работать. Для того, чтобы вам было откуда узнавать новости. Мы хотим, чтобы мы и, наверное, вы по-прежнему могли бы без страха включать телевизор. И так, конечно, и будет. Мы обещаем вам, пока есть дождь, несмотря на все сложности, которые у нас есть, с разными проверяющими инстанциями, с арендой помещения, мы точно выкрутимся, мы выживем, если, конечно, вы нам поможете. Мы будем жить ровно столько, сколько даст нам выжить эта поддержка. Та самая поддержка, которую мы ожидаем в течение всей этой недели. За последние 4 года дело в том, что мы очень много раз слышали от наших зрителей, что «Дождь» — это настоящее общественное телевидение. Ну, некоторые добавляли еще, только рекламу уберите, потому что ведь у настоящего общественного телевидения не бывает рекламы. Друзья, нам убрали рекламу. С тех пор, как нас выключили крупнейшие операторы, реклама почти не мешает уже смотреть вам телеканал «Дождь», ее почти нет. Но вместе с этим удовольствием приходит и новая ответственность. У нас осталась теперь одна надежда, и это вы. В прямом эфире всю эту неделю, когда наш эфир будет особенным, обязательно включайте его как можно чаще, не пожалеете. Все время будет появляться бегущая строка, которая будет сообщать вам о том, насколько мы собрали денег и сколько, на какое время вы продлили нам жизнь и работу. Может быть, этого хватит всего на один день, хотя, на самом деле, уже точно чуть больше, потому что за ночь, начиная с полуночи, мы собрали чуть больше, чем на день. Может быть, на неделю, может быть, кто знает, на месяцы, на годы. Все точно зависит только от вас, от наших зрителей, от тех самых людей, для которых мы все это время работали и которых мы считаем единственным заказчиком своей работы. Вы спросите, а как же подписка? Конечно. Если бы не подписка, «Дождя» бы уже давно не было. И вы уже доказали, что независимое телевидение в России – это возможно и это нужно. Наши ведущие каждый день напоминают зрителям, и я сейчас вновь к ним присоединяюсь, что мы в эфире все это время только благодаря вам, и это чистая правда. Спасибо вам за это. Но телевидение – это даже когда все живут на работе каждый день, работают до десятерых, за десятерых, это все равно очень дорогая вещь. И каждый день мы рассказываем вам о том, что происходит с нами и с вами на самом деле, здесь и сейчас. Мы работаем для того, чтобы наши зрители получали удовольствие от живых новостей, от прямого эфира, от разных позиций, от разных мнений, от мнений как наших ведущих и журналистов, так и от мнений наших гостей. Мы работаем для того, чтобы получить удовольствие от своей работы, для того, чтобы работать честно, и все вместе стараемся менять жизнь к лучшему. И в ваших силах сделать так, чтобы это продолжалось. Мы не хотим не зависеть по-прежнему ни от кого, кроме наших зрителей. Если вам нравится то, что мы делаем, если вы, так же, как и мы, верите в то, что «Дождь» должен продолжаться, он точно не исчезнет. Я счастлив сказать, что в течение всей этой недели и уже сейчас эфир телеканала «Дождь» на нашем сайте tvrn.ru бесплатный. Вы также можете смотреть нас на нашем канале в YouTube. Я хочу поблагодарить многочисленных информационных партнеров, которые поддерживают нас в течение всей этой недели. Это и News.ru.com, и многие другие средства массовой информации. Squire, Look at Me, The Village, Hopes and Fears. Всю эту неделю вы можете заходить на наш сайт, и там огромное количество возможностей для того, чтобы поддержать «Дождь». Вы можете купить подписку, а можете купить ее в подарок для своих друзей. Вы можете купить бейджи на любую сумму, абсолютно это никак не ограничено. Вы можете перечислить деньги по указанным на нашем сайте реквизитам. Вот вы сейчас как раз видите главную страницу нашего сайта. В нашем интернет-магазине, помимо обычных товаров, которые продавались там и все это время, всю эту неделю будут появляться экстраординарные товары. Это то, что будут приносить наши гости, то, что будут выставлять на продажу наши ведущие.
Да и, в общем, вы сами тоже можете помочь телеканалу «Дождь», если решите вдруг продать что-то очень ценное. И передать это телеканалу «Дождь» для того, чтобы мы продали это в нашем интернет-магазине. И тем самым вы, без сомнения, спасете независимое телевидение в России. Ну а сейчас мы переходим к тому, ради чего мы тут все и собрались. Я, а также утренняя, дневная бригада телеканала «Дождь», мы продолжим рассказывать вам о самых главных новостях за сегодня. Хотите, чтобы мы остались в эфире? Поддержите «Дождь». Подробности на tvrain.ru.